Форум «Я гражданин Подмосковья» проходит в 7-й раз. 20 дней, 5 смен и 7 образовательных программ. В Волоколамский район областная молодежь отправилась не только отдыхать под открытым небом, но и получать современные знания. Площадка форума «Я, гражданин Подмосковья» очень большая, около 30 гектаров. На них разместились представители муниципалитетов области. Организаторы также утверждают, ЕГП – самый массовый молодежный форум России. В гостях хорошо, а домой всегда тянет. Даже на такой большой площадке мы смогли найти кусочек Ленинского района. В небольшом шатре уместились, конечно, не все значимые достижения муниципалитета, однако гости смогли познакомиться с историей мотобольного клуба «Металлург», а также с проектами предприятий района. Здесь та площадка, куда приезжают все, не области, а округа, да, на сегодняшний момент, собирается молодежь. Очень много познавательной информации, в том числе семинары, лекции. Приезжают спикеры, которые рассказывают о своем опыте. Поэтому данная площадка, она вообще для общения очень значимая. Дмитрий Павлов представил москитную сетку, которая сможет обезопасить детей от несчастного случая. Технологичное изделие способно выдержать большие нагрузки. Этот продукт разработан в тесном сотрудничестве с нашими новосибирскими коллегами. И в настоящий момент проходят сертификационные испытания, официальные, неофициально мы уже испытали этот продукт. Действительно, это безопасная москитная сетка. Почему безопасная? Потому что она выдерживает нагрузку двух взрослых мужчин. Предприниматель Константин Спасский также рассказал о своей компании. Растущему предприятию оказывают поддержку на областном уровне. Это, конечно, очень высокая оценка, потому что правительство Московской области, а также Министерство инноваций и развития очень тщательно и очень скрупулезно отбирает именно те компании, которые соответствуют реальному сектору экономики, которые развивают наш агропромышленный комплекс. Эти проекты представлены в рамках Дня открытых дверей Подмосковья, а потому здесь можно не только познакомиться с перспективными компаниями, но и узнать о их вакансиях. Компания у нас занимается широким профилем девелопмента, начиная от рекламы, кончая строительство. То есть это и проектировщики, и прорабы, это если мы про технические специальности говорим. Гости, посетившие площадку Ленинского района, отметили широкий спектр представленных компаний. А я вижу, что выставили очень много всего, и очень приятно смотреть, на самом деле, что ваши предприятия, да, так активно участвуют в таком масштабном форуме и привлекают молодежь. Главное преимущество форума – наработка новых знакомств, а также возможность принять участие в самых разных мастер-классах – творческих, спортивных, технических и даже научных. Площадку в Волоколамском районе посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который отметил необходимость проведения и в дальнейшем самого массового молодежного форума России «Я гражданин Подмосковья». Арсений Рогозянский, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ.